Понравилось одноклассникам? Узнали тебя, нет? Волну, волну давай, волна пошла. Вот второй раз. Я обрезала, не поверите, ребята, это мои волосы. Ксюшкины волосики. Очень белая она была. Посмотри, какая она была белая. Эйса, бери. Эйса? Эйса, попиши. Пельмени для тортика. На, Карлинечка, держи. Пока девчонки в школе. Всем привет, ребят. Мы приехали в магазин, потому что нам нужно готовиться ко дню рождения. У Каролины и у Макса. Так, здесь у нас шарики. Шарики, шарики. Ну, шарики у меня есть. Шарики у нас есть дома. Что еще нам нужно? Мира, Лео, Санта. Хо-хо-хо. Макс, это же папа. По Максу не нравится. Не нравится? Ну, Саша. Смешно, да? Веселый папа. Привет. Что открыли? Да, Макс уже открыл. Он замучил. Мы уже наши открыли. Тоже открыли уже? Ну что, как дела? Что тебе сказали в школе? А? Красиво подходит Козьма. Учительница сказала, ты что так быстро выросла? Ты что так быстро выросла? Понравилось одноклассникам? Узнали тебя, нет? Три дня ждать. Как три дня? Там у меня же был динозаврик. Каролина, ты должна долго ждать. Маняна. Чтобы там у тебя вылупился единорог. Угу. Говори сейчас. Каролиночка долго должна ждать. Он там вырастет? Да. Он вырастает, и потом он лопает. Очень маленький, потом он вырастает, потом он... Я помню, у нас динозаврики такие были. У Макса день рождения уже в четверг. Уже в четверг. Happy birthday! Я покупил эту маску и шапку Санта-Клауса и нос такой. Ну да, я там видела. Нос, очки. Угу. Померяй. Это тебе. Что, брови? Да, там брови есть и борода. О, какой у нас Санта-Клаус. Рот не видно. Рот, потому что у тебя большой. У тебя нос на рот полез. Угу. У тебя нос закрыл твой рот. Выступали сегодня? Да. Что делали? Пели или что? А что ты делала? Что-то. Ну-ка, сделай еще раз. А, вы все вместе делали? И получилось? Это бабульки, бабульки. И мы всегда передавали. Круто. Один зелененький у нас. Подожди, только это. А может уже быть бабушка? Волну, волну давай, волна пошла. Макси, нельзя так. Окей. А завтра... Ух ты, Ома!
Смотрю. Все? Смотри. Ксюшка пошла. На плавание. Я посмотрю сейчас. Посмотри. Там на день рождения что-то Каролине. Видишь? Все, давай, а то опоздаешь. Угу. Пока-пока. Это для шариков, чтобы их вешать на потолок, клеить. Двухсторонний скотч. Такие вот кружочки двухсторонние, чтобы приклеивать шарики. Те, которые без гелия, чтобы они на потолочке были. Так я вроде бы заказывала уже. И она мне приходила. Вот еще я заказала Каролине такой вот шарик. Такая вот радуга. Веселенькая. Там наполним гелием. Еще, по-моему, должен быть единорог. Но еще не приехал. Хотела я сначала щенячий патруль купить, но не нашла. Не было там. И так как ему нравится еще и Маккуин, машинки, поэтому взяла Маккуин. Что, тебе домашку дали? Да. Наконец-то. Что нужно делать? По какому? Потому что я попросила учить. Ты попросила? Но просто так не дают. Что не так просто? Не дают. Надо просить, да? Бейкери? По-английскому, что ли? А, четвертый класс. Да, Маргарита в четвертом классе, а Ксюша в третьем классе, кто спрашивал. Привет! Как дела? Что так рано? Да, еще четырех нет. Пораньше отпустили? Как покупались? Я тоже хочу в бассейн. Возьми меня с собой. Холодно? Нет, давай волосы не сушить. Нет, вода не холодная. Ну, пока сейчас шли, замерзла. Да? Давай волосы сушить сразу. Но тем более у Ксюшки густой волос. Вафина, один ручной, а другой который. Да. Потому что ручных нету, мало их. А других, которые... То есть ручных есть три. Угу. Нашла сумочку с нашими волосами, да. Вот это вот первый раз мы резали Маргарите волосы. А вот Ксюшка. Это резали Ксюшке. Посмотрите, какая Ксюшка у нас была блондинка. Прям белые у нее волосы были. Это как сколько ей было? Ну, это года 3-4 было. 4 года где-то ей было. Это мама. Да, это мои волосы, смотрите. Ну-ка. Ой, почти цвет похож. Чуть-чуть меня темнее. Это мои волосы. И, кстати, я два раза обрезала, потому что они у меня... Очень длинные. Они у меня очень быстро растут. И вот второй раз. Я обрезала, не поверите, ребята, это мои волосы. Присоедини, если бы я за один раз все обрезала, они бы вот такие вот были. Вот. О, сколько я обрезала. Да, это реально мои волосы. Я обрезала их два раза. Какой первый раз? Вот это первый раз я обрезала. Где ты обрезала? А внизу, да? Да, внизу. Это первый раз. Смотрите, какие густые. Это я первый раз обрезала. Это тоже в парикмахерской. Это через года два я отрезала. У меня очень-очень быстро растут волосы. Давай тебе приделаем такую косичку. Две косички. Да, вот так вот. Вот так вот. Не знаю, зачем они мне нужны, но мне очень жалко было выкидывать.
Кто, ребят, напишите, кто из вас хранит волосы. Мне очень жалко их выкидывать, правда. А это мы так просто оставили. Ксюшкины волосики. Очень белая она была. Посмотри, какая она была белая. Ужас, какая она белая. Она сейчас вообще не такая. Она потемнела. Почти такой же цвет, как у тебя. А у меня раньше было светлое. Покажи. Ну да, чуть посветлее были. У нее вообще прям белая. Это вообще блондинка-блондинка. Ну, в общем, так вот. Лежат на память. В сумочке. А когда мы Каролине будем? Ну, Каролине пока не будем. Знаешь, когда я ей подрежу? Когда у нее волосы, ну, уже, ну, до пола. Отрежем потом до пола. Потом можешь делать тульку. Мне нужно перекинуть фотографии на компьютер. Я, смотрите, себе обои поменяла. Как у меня? Фон на компьютере новогодний. По-моему, на твой, да, похож в телефоне? Угу. У тебя вот такая зеленая коробочка, да? Да. Вот здесь вот на планшете Маргарита чаще всего играет, да? Да. 176 здесь уровень. Вот здесь, правда, на планшете удобнее. Он большой, и пальчиком играешь, и не закрываешь пол экрана, как на телефоне своей рукой. Мне тоже нравится больше на планшете играть. Вот мы сейчас скачаем вот эту игру. Ну, это которая как у тебя в телефоне. Да. Мячик прыгает по этой. Готово. Скачала? Да. А там что, было, надо пароль? Там не, было... не нужно писать Нет, пароль? Нет, потому писать? Что там было облачко. Ага, облачко, это значит в другом телефоне есть. Да. У нас на айфонах, в общем, один и тот же адрес стоит. И если ты скачаешь на одном телефоне, то на другом телефоне, в общем, автоматически это все появляется. Например, потому что папа всегда... скачивает для Каролины игры. Да. И... папа скачает разные, скачивает ей разные игры, там принцессы и все такое. И потом у Маргариты и у Ксюши, да, появляются в телефоне какие-то игры непонятные, которые они вообще не скачивали. Приходится их удалять. Потому что электронный адрес один и тот же там. Поттер? Да. Ну-ка, покажи сюда, Гарри Поттер. Моя палочка в комнате. Мама. Твоя волшебная палочка? Ну-ка, давай, наколдуй нам. Яйца! О, яйца! Еще давай что-нибудь. Не хочу. Хочу. Сыр! Хочу круассан. Круассан. Давай. Круассан! Тынь-тынь-тынь! Вау! Хочу торт. А торт не можешь, да? Я хочу, хочу новый телефон. Куда тебе еще новее? Ты каждый день телефоны менять будешь, что ли? Сейчас я новый телефон наколдую. Маргарита, это мой телефон. Еще музыка играет. Ну, это мой телефон. Наколдовала. Новый, на, подарю тебе. Ага, сейчас. Баттер. Притихли, не видно, не слышно. Ты что, никак зарядить не можешь телефон? Ксюша. Я это не включила. Сейчас включила. Мам, ты можешь мне помочь, как все фотки отсюда можно... удалить? Да. Выделяешь все. И удаляешь. Это все я должна удалить. Мама. Давай. Мама. Нету мамы. Ребята, отправьте ее спать, пожалуйста. Дайте ей волшебный пендаль. Дайте ей кто-нибудь волшебный пендаль. У девочек тут дискотека. Дискотека. Дискотека, дискотека, дискотека. Эй, тиджи. Шекер, шекер. Хей, пати мэке. Маргарита, все, пойдем. На, поговори с ребятами. Привет, ребятки. Как вам делишки? Ребята, я не хочу спать, но мама меня спать выгоняет. Да, мама? О, нет, о, нет, мама. Ha ha ha!
Все, ты в комнате. Давай, переодевайся. Маргош, у меня еще дел очень много. Мне нужно белье вытащить с машинки, белье развесить, сложить, развесить. Очень много дел. Давай. А мне спать надо. А я тоже спать хочу. Надо. А мне знаешь, что надо делать? Мне надо, у меня очень много дел. Мне потом спать надо, потом спать, потом спать, потом спать и потом спать. Макс, нельзя ногами пинаться. Это больно. Это больно, Макси. Маргарита, он описывается сейчас от смеха. Ты что кричишь-то? Так, ну все. Макс. Макс. Ты представь себе, когда Макс вырастет, что он с тобой делать-то будет, а? Ты не залезешь. Так, нет, палкой не надо. Все, спряталась от тебя. Не поймаешь Маргариту теперь, да? Вот так вот. Ой, мне вот это мигание так напрягает. Аж глазам больно. Что, мозолька прошла у тебя? Смотри. Что, это кровь была? Да. Это что? Мам! А вот сейчас будешь спать, лучше оставь открытый, чтобы она подсохла. Не заклеивай сейчас. Что ты мне это? Все, пойдем пижаму надевать. Пойдем. Макси! Так, все, не зови его. Маргарита, я тебе даю 5 минут. Я тебе даю 5 минут, серьезно. Смотри, сейчас без 15. Без 15:09. Без 10:09 я приду. Вас четверо, я одна, так нечестно. Все, я пошла тогда спать. Он что, такой сильный, что ли, Маргарита? Марго. Маргарита. Он такой сильный, что ли? Как он может тебя так? Ксюша, уже нельзя бегать, уже поздно, 9 часов. Ксения, 9 часов. Ксения, красная шапочка, я волк. Ты на волка не похожа. Да. Он похож на волка. Все, готовы? Давайте, уже 9 часов. Мама, когда бабушки уходят, мама. И дети, они она так вот. Чего? Ты зубы чистила? Ты чистила зубы? Да. Ну что тогда? Палку убирай, Ксюш. Деточка, мама. Палочку. Санта-Клаус. Вот это не шапка, это кофта. Санта-Клаус is coming to town. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rush. Jingle bell swing and jingle bell wing. Coming, 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 coming. And jingle bell way. It's winter. Все, спокойной ночи. Куда мне это все положить? Дай сюда. Дед Мороз. Пускай здесь не стреляешь. Дед Мороз, мой мороз. Дед Мороз, красный мороз. Дед Мороз, какой мороз? Давай, пока. Дед Мороз.
Какой... Почему у меня тут слайм? Давай, выкину. Да ты... Все, пока. Мам! Good night! Санкт Николас, good night! Все, пока. I am a Saint Nicholas.